Дед Хасан убит. Легендарного вора в законе застрелили сегодня, когда он выходил из ресторана на Поварской улице. По данным источника в органах, в авторитета стреляли из снайперской винтовки. В Следственном комитете заявили, что рассматриваются различные версии, в том числе криминальная деятельность погибшего. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – убийство и незаконный оборот оружия. Дед Хасан по паспорту Аслан Усаян считался одним из самых влиятельных воров в законе. Он контролировал большинство преступных группировок в России, разрешая конфликты и разногласия. На Усаяна покушались в 2009 году. Тогда он получил ранение, однако быстро восстановился. В 2010 году деда Хасана депортировали с территории Украины. Российские органы претензий к нему не имели, и авторитет был отпущен на свободу.